Молли Моррис необычная девушка. Я пошла. Она частный детектив. Вы кто? Что за эвакуация по плану 3? Но когда ФБР нужен агент под прикрытием... Свидетель учится в колледже. Ты должна за ней присмотреть. Она единственный кандидат. В бюро никого не нашли? Там все крупные и усатые. Речь о женщинах. И что это за прикид? Бомжовский шик? На голове будто дохлая зверушка какая-то. Вы в курсе, что я вас слышу? О мой бог! Мать моя! Конспирация полная! Если она освоит жаргон... Я Брук Стоунбридж. Приятно познакомиться. Разучит все повадки... Вы точно не студентка. Чего вы взяли? Я еще подросток с жутким именем и блестящим сотовым. То вполне сможет... Найди ее. Найти подход. Алекс, не помнишь меня? Нет. Я из другого отряда. Как вспомнишь? Ты была в лагере Вака-Вака? Помнишь Эйли Саймон? Да, ей так повезло. Она лишилась руки. Но вторая же на месте. Она такая стойкая. Скоро! Стреляй, пудок! Когда страсти накаляются. Пистолет под подушкой? Он не настоящий. Правда? Ну, конечно. Котелок или жизнь? Кошелек или жизнь? Бред. А разве котелок? Это не бред? Начинается экшен. Вот это жесткач. Майли Сайрус. Не хочешь искупнуться? Обещаю, будет весело. Мне и так весело. Агент под прикрытием. Больше всего на свете я хочу перламутровый Бентли. Мне тоже очень хочется. Что скажешь, Брук? Пистолет М1911, спусковая скоба ручной работы, стальной с черной рукояткой и гравировкой. И перламутровый Бентли.